1948 запросите водителя проверить. 1960 рублей. А почему не оплатили или чей-то долг? А я откуда знаю? Это не ваш его. Нет. Мамлеева 13. Это хозяина долг. Хозяина кого? Машины. Мамлеева 13. Да. А Бесова Нина Александровна. Взять. А получилось так, как у меня получилось. Я два раза ходил в налоговую, говорят, жди бумаги. Я ждал бумаги, пока меня тут не остановили. Пришлось заплатить. Вот и все. Ну что зять сказал, оплатит? Сейчас ей это платит. Я бы и сейчас оплатил, но мне не хватает с доплаты. У вас есть возможность сейчас оплатить штраф? Сейчас у меня нет возможности. Я тогда за этот, скажите, в интернете посмотрю, оплачу. Я всегда все штрафы оплачиваю. Пенсионку когда вы оплатите? Можно мне? Пенсионку когда оплатите? Так у вас машина какая? 7-1. В целях обеспечения иска накладываем арест на машину. Оплатите, будем снимать. Я работаю, сейчас еду. Оплатите, будем снимать арест. Так я оплачу, я вам следом, давайте сегодня-завтра деньги найдем. В целях обеспечения сейчас звоните и приносите деньги, пусть кто-нибудь привозит. Или будем арестовывать машину. Почему вы не оплачивали с 13-го года? Сегодня проводим акцию по выявлению должников на посту ГИБДД на Кириловском СССР. Сейчас вот был выявлен должник по штрафам ГИБДД и задолженность пенсионный фонд. В связи с тем, что задолженность не оплачена с 2003 года, составляется актопись ареста на транспортное средство, принадлежащее должнику. А за транспортное средство оставляется на ответственное хранение в течение 10 дней. Если должник не оплатит эту задолженность, то машинка будет реализована в счет погашения задолженности. Сегодня выявлено было 2 должника, пока вот установлено было 4 должника, 2 наших было. Да, задолженность оплачивают, в основном мелкие суммы, то есть штрафы ГИБДД, налоги, да, крупные суммы, соответственно, не оплачивают, то есть приходится какие-то меры применять для погашения задолженности. И сегодня проводится рейдовое мероприятие по выявлению водителей, которые не уплатили штраф, установленный законом срок. На посту установлена система поток, которая фиксирует госномера проезжающих транспортных средств. В этот момент происходит проверка по базе данных должников и выдается сообщение оператору на пульт, который мне по рации передает, какую машину следует остановить. Порядка 10.